В Заинске состоялся яркий и насыщенный фестиваль летних лагерей «Все лучшее детям». В парке имени Рената Фардеева развернулась настоящая праздничная феерия, объединившая детей и педагогов со всей республики. Сегодня мы с вами видим, что уже этот фестиваль приобрел республиканский масштаб. На территории Заинска успешно работают 3 загородных лагеря. В целом в Татарстане функционируют 124 загородных лагеря. Это самый большой показатель по Российской Федерации. Детский отдых в Татарстане развивается. И Заинский район является сердцем нашего Татарстана. И поэтому как ни здесь нужно проводить такой фестиваль. Пусть сегодня победит дружба. Пусть сегодня победит хорошее настроение. Программа второго фестиваля детских оздоровительных лагерей включала в себя спортивные состязания и творческие испытания. Для ребят работали различные интерактивные площадки, выставка музея боевой славы, мастер-классы. Фестиваль «Все лучшее детям» стал ярким событием, наполненным радостью, творчеством и праздничным настроением. Эльмира Шабрина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.